Чандрачаран Прабху прочитать лекцию по 26 стиху 9 главы Бхагавад-гиты. Хари Кришна, спасибо большое. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, Бхагавад-гита, как она есть? 9 глава, самое сокровенное знание, текст 26. Патрам пушпам палам тоям йоме бхактя праячати тадахам бхактюпахритам ашнами праятатмана. Патрам лист, пушпам, цветок, палам, плод, тоям, воду, ях, который, ме, мне, бхактия, с преданностью, праячати, предлагает, тат, то, агам, я, бхактю пахритам, предложенное с любовью и преданностью. Ашнами принимаю. Праята атмана. От того, чье сознание чисто. Перевод текста. Если человек с любовью и преданностью понесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители и обрести вечное счастье, разумный человек должен развить в себе сознание Кришны, занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. Это уже 9 глава Бхагавад-гиты. Здесь прояснены многие фундаментальные истины. Уже 8 глав было сказано. И, конечно, нужно изучать последовательно Бхагавад-гиту не с 9 главы, а начиная с 1, с обстоятельств. Что нам принесет умиротворение сначала, нужно понять. В жизни мы не видим мира ни вне себя, ни внутри себя. Материальный мир – это кундха, беспокойство. Со всех сторон. Всегда. В семье, на работе, в погоде, на улице. Перемены, неожиданности. Сложности на каждом шагу. И чем больше мы принимаем как бы ответственность за свою жизнь, тем больше мы ощущаем, насколько трудно жить в этом мире, нести ответственность за свою жизнь, жизнь близких людей, за жизнь общества, за все на свете. Очень трудная задача. И это первая глава Бхагавад-гиты. Нужно осознать, что жизнь полна страданий. Особенно это касается близких людей. Это источник страдания. Потому Арджуна говорит в первой главе, что я не могу сражаться с близкими людьми. Ну, это воин, поле сражения. Мы не на поле сражения, но мы тоже сражаемся, мы спорим. Мы сражаемся по-своему тоже. И в конце концов, все в итоге разрушается в нашей жизни. Счастье разрушается. Вера разрушается в жизнь друг друга. Мы ищем еще что-то. И там тоже разрушается. И еще что-то. И тоже разрушается. И... Может мне вообще уйти в монастырь? Арджуна говорит. Мы знаем, что люди разочарованы глубоко в жизни. Они склонны уйти. Просто уйти от жизни. В монастырь или в тайгу куда-то они уходят в России. На северную часть Байкала уходят люди. Там, где вообще нога человека не вступает. И даже до сих пор там живут какие-то поселения верующих людей, которые не хотят связываться с этой цивилизацией, там тоже трудности. Все равно трудности есть. И как же вот начать нормальную жизнь, если мы окружены всегда беспокойствами? Ну, в 6 главе Кришна говорит Арджуне, уйди подальше в священное место и займись аштанга-йогой в уединенном месте.
Но это мы тоже сегодня не можем применять. Нам некуда уходить. Нет таких мест. И мы не знаем, что такое штанга-йога толком. Мы очень поверхностно знаем, что такое йога вообще в этом мире. Люди практически не имеют представления серьезного об этом процессе. Тоже невыполнимо. Так что же делать? Уйти невозможно. И не уйти, беспокойство. В чем же выход? Где умиротворение? Мы ищем мир умиротворения. Да, вторая глава Бхагавад-гиты. Если ты достиг такого кризиса в своей жизни, как Арджуна, и это случится с каждым рано или поздно, начни все заново. Не с этих отношений, которые есть. Не с этих обстоятельств, которые существуют. Уже, ты уже не находишь в них выхода. Не с этого начни решать проблемы. Начни все заново, изначально. Представь, что сейчас, вот сейчас, в данный момент, ты только появился на свет. Открой глаза, вот это этих проблем. Посмотри на мир заново. Какой твой первый вопрос? Кто я в этом мире? Вот с чего начни. Вот в чем твоя ошибка была. Ты запутался в себе. Тебе снова нужно вспомнить прописную истину. Кто я? С этого начинается уже вторая глава решения. Как только ты сможешь принять этот постулат, свою истинную сущность, утвердиться в ней, что есть душа, начнется третья глава Бхагавад-гиты. Без этого она не начнется. Для кого-то не началась даже первая глава Бхагавад-гиты. Люди многие не понимают, что не страдают вообще. Для кого-то не началась еще вторая глава Бхагавад-гиты. Еще не каждый уверен, что есть душа. Это тоже смутный вопрос для большинства людей сегодня. О чем говорить третья, четвертая, пятая, шестая, восьмая, девятая глава, самое сокровенное знание. Боже мой, куда мы пойдем? На какой этаж мы пойдем? Мы еще не поднялись на второй этаж, может быть. Еще не на первом этаже. Здесь начинается предложение, комментарий. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители, о чем люди понятия не имеют и даже не верят в это. И чтобы достичь, тут говорится, и обрести вечное счастье, не умещается в сознании обычного человека. Разумный человек должен развить в себе сознание Кришны. Вообще ничего не понимает. Занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. О, Господи Боже мой. Вы издеваетесь над нами, что ли? Да я не верю ни одному слову вообще. Тут уже выводы какие-то. Это как я однажды был на телевидении в каком-то городе, и там меня забросала вопросами одна очень любознательная журналистка. Она не успела получать ответ, как задал следующий вопрос. Говорю, надо сначала усвоить первый ответ, а вы еще его не усвоили. Вы еще не поняли, вы уже задаете следующий вопрос, третий, четвертый, пятый, десятый. И это невозможно так вести беседу. Сначала нужно утвердиться в ответе, в знании. Если вы не познали, что есть душа, о каком еще развитии может быть речь вообще в дальнейшем? Если вы никогда не читали священных писаний, мы говорим людям, то как вообще можете начать какую-то нормальную жизнь в семье, на работе, в обществе? Как вообще можете рассчитывать на какой-то успех? Если вы никогда не касались священных книг, не познавали заповеди серьезно, глубоко, не изучали эту сторону жизни, на что вы рассчитываете тогда? Вы идете к психологам, к врачам, просто к старшим людям или к богатым, нанимаетесь на работу и думаете, это вам поможет? Метод, позволяющий достичь столь замечательного результата, то есть вечное счастье, хороший результат, очень прост. Ну, совсем уже. Оказывается, все это очень просто. Не просто, просто. Знаете, Прабхупада Кесава использует в лекции, когда говорит о преданном служении, которое вот вершина йоги, да, это ну, сложный момент, чтобы объяснить его философски. Это философски сложный момент. А потом Прабхупада вывод делает в той лекции, когда описывает практику преданного служения, представляет ее, пожалуйста. А потом говорит, это может сделать любой дурак. Так, глупец, дурак. То же самое. Любой дурак это может, говорит, сделать. Очень просто это сделать. Зачем тогда столько много философии, столько глав Бхагавад-гиты? Потому что... Потому что ум мешает это сделать. Сделать это несложно. Разве сложно петь Хари Кришна мантру? А что не поет? Не поют все? Все ламата почему не поет?
Только Кызылкар, это все. И в некоторых районах Алматы. Почему все не поют? Ум мешает. Они что-то думают об этом, верно же? Вот в чем сложность, видите? Сложность-то вся в уме находится. Но об этом уже говорилось в 6 главе Бхагавад-гиты. Тхьяна-йога. Как контролировать ум? Как принимать хорошие вещи? Безусловно, не обдумывай. Они же хорошие, зачем обдумывать? Принимай. Если вам дают хорошее блюдо, вы же не обдумываете долго, когда вы голодны. Просто едите. И обычно, когда уже наелись, спрашиваете, а как это приготовлено? Уже потом, когда уже удовлетворены, тогда есть вопросы какие-то. А если вы не удовлетворены, если вы голодны, вы спрашиваете, из чего приготовлено, какие специи, вам дадут ответ, а вы будете удовлетворены. Почему? Вам же ответ дали. Потому что вы голод не прошел. Нужно утолить голод сначала. А как? Пойте Хари Кришна. Ешьте Кришна Прасад. Но здесь как бы текст фантастический. Простые вещи проще не придумать. Листок, цветок, плод, немного воды. Или немного воды, если этого ничего нет. Нет плода, фрукта в Алматы? Нет, в Алматы есть фрукты. Круглый год. Но когда-то мы жили на крайнем севере, там были сезоны, когда фруктов вообще никаких не было. Они там не растут. Там по сезону, они по навигации. Навигация означает, что есть транспортные судна. Суда. То есть через пролив нужно было провести всю эту провизию на север, значит, этого острова. И вот в этот сезон есть, например, яблоки. Все. Они быстро кончаются за месяц, и вы ждете следующей навигации. Все. Поэтому в данном случае вот иногда нет никакого плода. Только картошка. Корнеплод. Здесь плод, значит, корнеплод. Но даже, может, картошку предложить, почистить ее как-то, помыть. С любовью и преданностью предложить Кришне. Можно сырую картошку предложить, вареную. Можно пюре, можно пожарить. Но, и если этого ничего нет, вы уже дошли до крайней точки. Немного воды найдите. Но должна же быть какая-то вода где-то хотя бы. Но предложите Кришне и все, что нужно. Все, вы достигаете совершенства. Разве это шутка? Это не шутка. Просто это нужно делать регулярно. Хотите пить? Кришне, предложите эту воду. И все. Вы все равно будете пить ее. Вы все равно найдете для себя эту воду. Для себя эту пищу найдете. Это не какие-то лишние усилия. Лишние усилия заключаются в том, что только с любовью предложить ему, и все. Вот чуть-чуть любви отдать ему, и все, все. Ему не нужна эта вода или плод, или цветок. У него достаточно плодов и цветов. Он весь утопает в цветах, боже мой, в золоте, в роскоши. И он еще что-то просит у меня. У меня тут с фруктами проблемы бывают. А он там утопает в роскоши и в золоте, и он у меня просит фрукты. Нет, с любовью. Я, говорит, непременно приму его подношение. Хотя в этом нет нужды. Но я непременно приму, хотя ему не нужно. Почему? Потому что есть любовь. Это единственное, что ожидается от нас. Бхакти-йоги. Все остальное просто придет само по себе в свое время. Набраться нужно терпения. И воспользоваться этим методом может даже самый бедный человек, у которого ничего нет. Единственное, что для этого необходимо, стать чистым, преданным Господа. Неважно, кто вы и какое положение в обществе занимаете. Метод настолько прост, что даже если человек понесет Всевышнему листок, плод или немного воды, но сделает это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его подношение. Путь сознания Кришны в силу своей простоты и универсальности доступен каждому. Кто же, кроме последнего глупца, откажется обрести сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства, вечной жизни, блаженства и знания? Кришне нужна только наша любовь и преданность, и больше ничего. От чистого преданного Кришна примет даже маленький цветок, но ничего не возьмет у того, кто ему не предан. Кришне ничего и ни от кого не нужно, ибо он самодостаточен.
И все же он принимает подношение преданного, отвечая на его любовь и преданность. Чем же он отвечает? Я предлагаю ему один фрукт. Где он отвечает? Один фрукт остается на алтаре. Не два. Если бы я предлагал фрукт один, а обратно получал бы килограмм фрукта, было бы выгоднее. Я бы это, конечно, делал. Я мог тогда торговать успешно. Ну, а если я предлагаю ему фрукт, и тот же самый фрукт остается. Опять вы шутите с нами? Ничего же не происходит. Но рекомендовано в ведах не только это. Если мы не готовы принять вот этот момент, понять его, хорошо, ладно. Мы не видим Кришну. Да, есть сомнения. Ладно. Мы не знаем, что Бог — это Кришна, и что Кришна — это Бог. Может быть, мы не знаем, что это как-то вот связано с истиной. Тогда говорится так. Ты принимаешь гостей? Ты готовишь обед дома, да? Приглашай гостей. Раздели трапезу с гостем. Бесплатно. Это не столовая. Просто гость. Гостеприимство. Просто бескорыстно. Пригласи гостя, накорми его. Но я же убыток понесу. Но почему люди ценят это? Они ценят гостеприимство. Потому что мы что-то получаем большее. Получаем отношения. То есть мы получаем друга таким образом. Дружески настроено по отношению к нам доброго человека. Если просто угощаем их хорошим, хорошей пищей, приготовленной с любовью и в качестве гостеприимства, служения еще, с почтением это делаем. Великое дело, оказывается, этот незнакомый даже человек становится для нас близким. У нас появляются добрые, человеческие, глубокие отношения. Если это делать регулярно, мы вообще сближаемся, как одна семья. Написано в ведах. Семья, одна из связующих семью – это пища. Одна из главных связующих, общих вещей. Общая пища. С кем вы разделяете трапезу, становится частью вашей семьи. Вот гость, когда он приходит, становится частью вашей семьи. Лучшей частью семьи. Представитель Бога называется. Почему? Отношения. Тут мы начинаем понимать Бога. Что ж такое Бог? То, что... Это отношения. Это любовь. Мы отдаем любовь ему с этим фруктом и получаем еще большую любовь от него. Это ничем не заменить. Никакими фруктами, никакими деньгами. Это нельзя нигде приобрести по-другому. Это любовный обмен. Это доказательство того, что это факт. Любовь растет. Значит, есть ответ. Каждый преданный это знает на своем опыте. Всегда. Каждый день. В этом стихе дважды употреблено слово «бхакти», чтобы подчеркнуть, что бхакти, преданное служение, единственный способ приблизиться к Кришне. Только преданный, а не браман, не богач, не великий ученый или философ, может заставить Кришну принять его подношение. При отсутствии главного бхакти ничто не может заставить Господа принять любое подношение. Кого бы то ни было, от кого бы то ни было. Бхакти не зависит ни от каких условий и существует вечно. Это акт служения абсолютному целому. Если что-то предлагается с любовью, например, нам что-то предлагают с любовью, или мы предлагаем что-то из любви и благодарности, и человек отказывается, это считается оскорблением. Это серьезная ошибка. Если там есть любовь, вы не имеете права отказать любви. Ни в коем случае. Вы должны принять это. И принимая эту любовь, вы чувствуете спонтанно, что у вас есть ответ. Естественно это происходит. Это естественный процесс, ненадуманный процесс. И вы также хотите сделать дар в ответ. Либо хорошие слова, либо признательность в сердце, либо вы сильно берете какой-то предмет или собственность какую-то, не знаю, чем-то делитесь с человеком, помогаете, когда нужно, готовы всегда помочь такому человеку. Это называется бхакти. Самое ценное, что есть у нас в жизни, это бхакти. Сейчас, говорится она,
дремлет в сердце, не проявлено полностью. Мы в сомнениях находимся. Кого любить, кого не любить, это дело, знаете, ответственное какое. Не так-то просто полюбить каждого человека. На материальном уровне это рискованно очень. А на духовном – нет. Не обязательно любовь демонстрировать, если она есть по отношению к каждому. Нет. Мы любим каждое живое существо, но с тиграми не обнимаемся. Не обязательно проявлять так же, как к человеку любовь. К нему по-другому любовь проявляется. К каждому живому существу проявляется любовь, но по-разному, в соответствии с их положением, их природой, их сознанием. Но основа всего – это именно бхакти, любовные отношения. И что же произойдет, если Кришна принимает это подношение, и мы чувствуем эту возрастающую любовь с Ним, возрастающее отношение, углубляющее отношение с Богом? Да, да, мы ощущаем. Это распространится через эти отношения на все наше окружение. Называется снеха на санскрите. Нежность будет источать это сердце по отношению ко всем. Снеха – это нежная любовь называется. Не активная. Просто нежная любовь внутри. Вы смотрите на всех с этой любовью. Просто смотрите, думаете обо всех. Вот в таком настроении. Если человек так настроен, то все, что необходимо ему для жизни и для деятельности, приходит само по себе. Естественно, не задумываясь, происходит взаимоотношение. Шрила Прабхупада дает лекции о бесценных дарах в том магазинчике. Начинает свою проповедь этим молодым людям, хиппи, американским. Кто такие эти хиппи? Ну, они живут невероятно, какими стандартами пользуются хиппи. Иногда намоются, иногда не моются, и могут не стирать свои одежды, они могут, да, они приходили вот с длинными волосами, где были вши, то есть, ну, они бездомные люди были, молодые, но такого рода. Наркотики регулярно принимают, собственно, они этим и жили, искали в себе что-то, хотели открыть при помощи психоделических опытов. Прабхупад начинает там воспевать, проповедовать, поет с ними киртаны, читает Бхагавад-гиту, отвечает на вопросы, в конце раздает какой-то фрукт, разрезает на части, больше ничего нет, по кусочку всем раздает. Вот такой обмен, такой обмен. Ничего взамен не потребует, не требует. Просто с уважением дает им самое ценное. Они даже его не все понимают, потому что говорит, мы не все понимали, что говорит, и акцент, и философия, и наркотики в голове. Мы почти ничего не понимали. Но мы чувствовали атмосферу какую-то другую. Нас притягивало это место, эта личность. Спонтанно, не задумываясь. Прабхупада имел такую нежную любовь, которую он просто проявил простым таким образом. Но у него не было никаких негативных мыслей даже. И на сердце не было ничего против этих людей. Он их любил, но не показывал этого, так как они это видели, понимали. Через какое-то время Прабхупада снова приходит дать лекцию. На полу ковер. Чистый. Там, где он сидел обычно, возвышение кто-то сделал, принес, сколотил, покрыл ковром. Шторы на окнах. Вау! Для хиппи. Чудо какое-то. Что еще? Картины появились на стенах. И все безмолвно ждали реакции Прабхупады. С волнением. Он посмотрел и сказал, это все сознание Кришны. Вам никто этого не говорил, не приказывал. Вы сделали это сами, естественно, из сердца. Вот это сознание Кришны. Вот так нужно действовать, так нужно жить. А что случилось? Прабхупада просто пел киртан, отвечал на вопросы Бхагавад-гиты и работал по кусочку яблока, больше ничего не было. И тут много людей захотели помочь ему. Что нужно делать? Прабхупада говорит, я бы хотел, мой гуру Махарадж хотел, чтобы мы издавали журналы о Кришне, распространяли знания. Купили типографский станок, нашли деньги где-то. С вами же хочет.
Все хотели служить Прабхупаде. Каким образом? Они не осознавали, они спонтанно было. Но однажды Прабхупада захотел, чтобы они осознали этот момент. Осознали бхакти, которую мы можем не осознавать, даже имея. Он сказал, понимаете, вот христиане, они распространили свое учение через, при помощи политических сил. Наверное, в России это было для того, чтобы объединить, централизовать Россию. Христианство помогло в этом, как вот, вероучение. То есть при помощи поддержки политиков, управляющих классов людей, они распространили христианство. Мусульмане, сражаясь, это делали. Они сражались с эксплуататорами, чтобы установить вот ислам, преданность Богу. Но я, он сказал, я старый человек, у меня нет ни денег, ни политической поддержки, ни оружия. Я не могу на вас повлиять политически, экономически или запугать вас чем-то. Почему вы принимаете сознание Кришны так быстро? Да, все задумались. Вы же американцы. Почему вы одеваете дхоти, оставляете шики, ставите тилаки? Почему так случилось? Я вас чем-то напугал? Или плачу вам за это? Или еще какие-то есть внешние причины? Никаких внешних причин. Тогда в чем же дело? Это бхакти. Естественно, это происходит. Как образовывается семья? Естественно, что люди начинают любить друг друга. Естественно. Или кто-то заставляет это делать? Нет. Есть естественные как бы, энергии в природе, в духовной и в материальной. Материально мы знаем эти все позывы инстинктов, хорошо. Они не такие уж возвышенные и не требуют никакого знания, обучения, образования. То есть они в низших энергиях находятся. Животные, люди в этом смысле схожи. Но как действует спонтанно внутренняя энергия, вот этого мы не знаем. Вот это наука, это нужно познать. Что же такое душа? Душа – это и есть спонтанная сила. Это и есть частичка этой любви. Это и есть энергия бхакти. Сат-чит-ананда, вечная, полна знания и полна любовью, блаженной. Это природа души. И чтобы понять эту природу, нужно вступить в такие отношения с Богом. Душа, она частичка Бога, ничья больше. Кришна говорит в Бхагавад-гите, все эти души принадлежат мне, мои они все. Ты думаешь, это твои родственники, он говорит, Арджуни. Смотри, на точке зрения ты прав. Но ты не сможешь решить эту проблему, это стало проблемой. Твои родственные связи, все остальное. Они стали источником проблем. Ты не решишь это материальным способом. Нужно вспомнить, что они принадлежат мне, мои частицы. Бхишма – это не просто твой дед. Нет, это временно. Он сейчас сменит тело, он больше не будет твоим дедом. Но он останется навечно моей частицей. Всегда так было и так будет. Никогда не было так, чтобы ты или я, или все эти цели не существовали в прошлом и не будут существовать в будущем, он сказал. Это Бхагавад-гита. Это только вторая глава. Здесь уже говорится о взаимоотношениях со Всевышним. После восьмой главы, которая описывала достижение Всевышнего. Вот такие темы тут описываются. Достижение. Люди думают, как достичь Бога? Как? Читайте восьмую главу Бхагавад-гиты. Ну, а это ничего не понимаю. Что я даже не знаю, что такое ум, не то, что такое душа. А там при помощи ума это достигается. А я даже ум не могу понять свой. Что такое, где этот ум? Как им пользоваться вообще? Через большое количество времени медитации йог начинает сознавать, где находится этот ум вообще у него. Кто он такой? И есть ли сила, которая поможет им управлять этим умом? Потому что он захватил все во мне. В полную иллюзию ввергает, что этот ум и есть я. Я как будто принимаю решение. Нет, это ум принимает решение. Ложные всегда. Если он не руководствуется сверхдушой или духовным знанием, всегда ложное решение. Это враг твой, злейший враг внутри. Но я не могу его увидеть. Мне кажется, это я все придумал. Я все планирую, я все делаю. И когда что-то получается, я говорю, вот я сделал. Я придумал, я говорил об этом, я сделал. Смотрите, я прав. А? Слушайте все.
А когда что-то не получилось, я говорю, это вот из-за тех людей. Не я, не, другие помешали мне, испортили все. Это, говорит, ум. Была одна история, связанная с Гвидом Махараджем, и она смешная. Он еще был тогда брамачарин, говорят, эта история была. Один преданный, вот где это было, не помню, то ли Австралия, не помню, это было. Один преданный вырастил тыкву. И, значит, росла тыква, росла на 200 килограмм. Ну, то есть тыква была фантастическая просто. Вы удивились, верно? Вот этот преданный ходил, всем говорил, как он тыкву вырастил. И там говорил про тыкву, и там про тыкву. Только вот тыква катха кругом была. И Гавин Амаш, он большой юморист. Это его духовный брат. Но он решил подшутить над ним хорошенько. На следующий день у этого преданного, кто тыкву вырастил, был класс Бхагава там в храме. То есть там асана, все как надо, микрофоны, там божества, все как надо. Гавин Амаш подговорил преданных. Они принесли эту тыкву, положили на вес асану. И утром преданный приходит на класс Бхагава, там тыква стоит, лежит на асане. Вот, борьба с умом, видите, какая. Чтобы что-то понять, нам нужны примеры жизни какие-то. Мы так обусловлены умом, что мы не понимаем, даже когда нас поправляют, мы не понимаем, ну, с чего ради, да все нормально. Да все, я сделал, все правильно сделал, почему меня критикуют вообще? Я не могу взять толк. Вот так злые языки, а? Вот всегда критикуют, вот завидуют мне, а? Это ум говорит. Поэтому мы проходим через какие-то жизненные примеры, которые нас сбивают с толку. И вот первая глава Бхагавад-гиты очень сильно показывает это. Как сбивается с толку настолько, что человек даже не знает, как жить дальше вообще. И почему он пришел к такому вот, к такой ситуации невыносимой в жизни. Ум привел твой. Твой ум, собственно, делает этот выбор. Твои желания и ум. Желания, эмоции, мысли, планы – это твой ум, который подчинил даже твой разум, оторвав его от Бога, от Священных Писаний. Ведь о цели жизни говорят только Священные Писания, больше никакие Писания не говорят. Ум это не знает, понятия не имеет. Бога нельзя придумать. Невозможно придумать религию человеку. Религия от Бога – это религия для всех живых существ. Мы даже не знаем всех живых существ, все эти виды. О какой религии может быть и речь? Мы говорим только о человеческом благополучии. Думаю, вот это религия. Гуманность к человеку. Благополучие человека. Экономическое процветание для человека. Счастье для человека. А как же остальные живые существа? Об этом Бог думает. Видите, вот это религия. Обо всех сразу. Благополучие Вселенной. Кто об этом может подумать? Человек это может сделать? Нет. Но он такой гордый, такой надменный. Ради благополучия человека он эксплуатирует, уничтожает другие виды жизни. Очень, очень серьезное дело. Это враг. Враг природы. Враг самому себе. А кто? Ум человеческий. Поэтому в 6 главе это уже описывалось. Но в 7 главе описывалось великолепие Абсолюта, познание Абсолюта. Что ж такое абсолютная истина? 8 глава – достижение Абсолюта. 9 глава – самое сокровенное знание. Всепрощающая могущественная сила. Не то, что он такой далекий, великий, беспощадный, знаете, ну кто мы такие, мы кругом несовершенные, мы не можем вот этим своим несовершенством как-то обратиться к нему. Невозможно, да, соизмерить наш уровень с его уровнем. Нет, всепрощающий, милостивый. Смотрите, предложи мне просто воду, листок, плод, цветок, что-нибудь. Любви дай сколько можешь. А я возьму это с благодарностью. И буду вечно тебе благодарен за этот фрукт. Никогда не забуду. Кришна никогда не забудет этого. Он совершенный. Он ничего не забывает. Мы должны понять, что мы к Богу обращаемся, а не к человеку забывчивому или завистливому человеку. У него нет зависти. Поэтому он говорит,
Дай мне немножко твоей любви. И я становлюсь твоей собственностью. Это ответ. Это ответ Бога. Я в твоем сердце буду пребывать вечно. Ты узнаешь об этом. Когда Ваманадев обманул Бали Махараджа, забрав все три царства мира, три планетные системы, он его столкнул в Паталалоку. Ну, там были причины. Но затем он стал дворецким у его дворца. До сих пор он там. Он служит дворецким у Бали Махараджа, у которого он забрал все эти царства и столкнул в Паталу. Потому что Бали Махарадж обещал ему эти три шага земли. Отдал эти три шага земли. Он не ожидал, что, конечно, это верховная личность Бога, что эти три шага земли он заберет все тремя шагами. Ваманадев забрал всю вселенную двумя шагами, на самом деле. Потом сказал, ты меня обманул, Бали Махарадж. Ты обещал три шага, а дал только два. Ты не сдержал обещания. Но Бали Махарадж, он... Это ведическая культура. Все великие люди сдерживали свои обещания. Иначе он не признавался великим. Потом Бали Махарадж сказал, нет, я не обманул тебя. Ты можешь сделать третий шаг на мою голову. Я себя отдаю вместе с этими двумя шагами в этом случае. Но я не нарушу обещания. Шагай на мою голову. Вот он шагнул эту голову, столкнул его в Паталу, отобрав все три царства. Но поскольку он пожертвовал ему свою голову и все свои миры, он стал его слугой. До сих пор лица он там, у его дверей. Дает ему советы и охраняет его царство. Это Верховный Господь. Где вы найдете такую личность еще? Среди людей не ищите. Примите то, что есть, и хватит. Не мечтайте слишком здесь. Любовь для Бога, для Кришны. С человеком все гораздо проще. Просто не нужно быть эгоистом и все. Просто каждый должен предлагать листок, цветок, немного воды Кришне каждый день. И все у нас будет хорошо. У каждого. Все мы будем нормальными друзьями, нормальными людьми. Этого достаточно. Но в этом тексте содержится содержание всех восьми предыдущих глав. Не упрощайте это все. Кришна не человек. Кришна – это Бог. Поэтому это особый акт. Это не просто цветок. Это не просто плод. В этом заключается вся наша жизнь. В этом цветке будет. В этом фрукте, в этой воде. Это имеет непревзойденную ценность в вечности. В вечности. Когда-то Кришна возвращал Сударшана-чакру на свой палец. Она неосторожно приземлилась на его палец и порезала. Пошла кровь. И Друпади увидела это. На Друпади была свадебная сари. Знаешь, такое свадебное сари для индийской женщины. А оно его хранит всю жизнь, это свадебное сари. Все время будет хранить. А она передаст по наследству своей дочери и так далее. Это свадебное сари. Это священно. Друпади, когда увидела рану на пальце Кришны, она не взяла сари, разорвала его вот так вот. Взяла кусок и забинтовала, так сказать, палец Кришны. Кришна это увидел. И был очень удивлен. Ну, вот это любовь. У нее есть муж, теперь молодой. Она молодая жена. У них медовый месяц. Но ее любовь ко мне не уменьшилась, смотрите. От этого она не забыла меня. Она пожертвовала своим свадебным сари вообще. Он просто на это посмотрел и запомнил. И никогда не забыл. И когда душа Санью Дуртан хотели раздеть Друпади прямо на собрании перед всеми царями мира, эти негодяи решили так поступить с ней.
чтобы окончательно разрушить все основы для царствования пандавов, если Асакрит Драупади, все, ничего не будет. Кришна не присутствовал там. И Драупади отбивалась, как кшатрика, своими силами. Она ударила Дукшасану, тот даже упал. Сильный воин, но она тоже была сильной женщиной. Но он все равно был сильнее. Он таскал ее за волосы, представьте себе, по полу. В конце концов схватил сари, стал срывать с нее сари уже. И тогда она поняла, что она не сможет своими силами свою честь защитить. И Пандавы, и мужья не способны сейчас ничего сделать. Были повязаны правилами. Она сказала: «О, Говинда, я предаюсь тебе». И тут же эта сари стала бесконечным. Он стягивал, и стягивал, и стягивал, и стягивал. Гора сари. И это конца не было. И все осознали, что происходит в какой-то момент. И душа Санисута так стала страшно, стыдно. Вдруг он понял, что происходит. Все прояснилось. Он больше не мог прикоснуться к ней. Это трансцендентная чистота. Эта женщина, она непосредственно служит Богу. Боже мой, как можно было вообще прикоснуться к ней? А просто Драупади когда-то ранку завязала у Кришны на пальце. Он не забыл это. Такие истории рассказывают из Махабхараты. Много деталей, которые вот связаны с Кришной, с пандавами. Очень много там интересных наставлений и примеров для нашего вдохновения. Но стих звучит очень просто и выполним каждым человеком. Какая-то любовь всегда есть у нас к себе, она всегда есть, любовь. Не то, что нет любви, она есть. Мы немножко от себя эту любовь отрываем к Кришне. Провозгласив себя единственным наслаждающимся предвечным Господом и тем, кто во имя кого совершаются все жертвоприношения, Господь говорит здесь о том, каких жертв Он ждет. Тот, кто хочет заниматься преданным служением Господу, чтобы очиститься и достичь цели жизни, трансцендентного любовного служения Богу, должен прежде всего выяснить, чего от него хочет Господь. Тот, кто любит Кришну, всегда преподносит ему то, чего он желает. И никогда не станет предлагать того, чего Господь не хочет и о чем он не просил. Так Кришне нельзя предлагать мясо, рыбу и яйцо. Видите, в тексте нет этого. Если мне предложишь рюмку водки, шашлык, бишбармак с бараниной, нету этих названий, видите? Читайте внимательно. То есть, конечно, эти ингредиенты предлагают, но богини Кали. Но как мне объяснили в Индии когда-то, что даже богиня Кали не касается этих вещей, оказывается. Это принимает ее окружение, духи и привидения. Вот какая картина. Что богиня Кали, она не мясоедка. Она супруга Господа Шивы. Это великие вайшнавы. Это все великие души. Если бы он хотел, чтобы мы предлагали их, то сказал бы об этом. Вместо этого Господь просит предлагать ему листья, плоды, цветы и воду и говорит, что примет их. Отсюда следует, что он никогда не примет от нас мясо, рыбу и яйца, овощи, зерно, фрукты, молоко и вода, предназначенные в пищу людям самим Господом Кришной. Любые другие продукты нельзя предлагать Господу, ибо Он не принимает их. Поэтому, преподнося Господу такую пищу, мы перестаем действовать на уровне любовного преданного служения. В 13 стихе 3 главы Шри Кришна говорит, что те, кто хочет духовно развиваться и освободиться из материального плена, должны питаться только остатками жертвоприношений. Те же, кто не предлагает ему свою пищу, говорит он в том же стихе, едят один грех. Иными словами, с каждым съеденным кусочком они все сильнее запутаются в сетях материальной природы.
Вот буквально что. Как карма накапливается незаметно. С каждым кусочком прибавляется эта запутанность. Если сознание достаточно чистое, каждый это может почувствовать. Если вам предложил пищу какой-то человек, непреданный, вы все-таки как-то из уважения съели кусочек этой пищи, вы сразу почувствуете, что ваше сознание изменится. В ту же секунду почувствуете. Когда мы стали это как-то уже различать, мы поняли, что хлеб из магазина брать не стоит. Это затуманивает сознание. Однако тому, кто, приготовив вкусные и незамысловатые вегетарианские блюда, ставит их перед изображением Господа Кришны и, склоняясь перед Ним, просит Господа принять его скромное подношение, обеспечено духовное совершенствование, телесная чистота и ясность мыслей, которая приходит в результате развития тонких тканей мозга. Главное, чтобы подношение было сделано с любовью. Будучи владыкой всего сущего, Кришна не нуждается в пище. И все же он принимает ее от того, кто желает таким образом доставить ему удовольствие. Самое важное в приготовлении, раздаче и предложении пищи – действовать из любви к Кришне. Также Махабхарати говорит, что пища, поданная без любви, не является нашей пищей. Мы не должны принимать такую пищу. Наша пища – это тоже любовь. Мы по образу и подобию созданы. Такая пища не принесет нам удовлетворения и счастья, только набьет желудок. А что означает желудок? Не желудок, а гениталия. Вот что это означает. Возбудит гениталия, больше ничего. Это просто кармическая пища. Обычно. Грех называется. К греху тяга появится еще больше. Мы едим, здоровые. Чего еще не хватает? А вот чего-то не хватает. На гениталии давит эта пища. Прасад, он возвышает сознание. Обычно кармическая пища вниз опускает, нижние чакры. Так, технически, если говорить. Философы-имперсоналисты, упрямо твердящие, что абсолютной истины нет органов чувств, не в состоянии понять этот стих Бхагавад-гиты. Для них это либо метафора, либо свидетельство того, что Кришна, поведавший Бхагавад-гиту, был обыкновенным человеком. Однако на самом деле Кришна – верховная личность Бога, обладая чувствами, которые, как сказано в Писаниях, универсальны. Иначе говоря, каждый из его органов чувств может выполнять функции любого другого. Именно это имеется в виду, когда говорится об абсолютной природе Кришны. Не будь у него органов чувств, его едва ли можно было бы считать совершенным. В 7 главе Кришна объяснял, что он оплодотворяет материальную природу, помещая в нее живых существ. Он делает это просто, окидывая ее взглядом. Точно так же, в данном случае, слушая обращенные к нему слова любви, с которыми преданный предлагает ему пищу, Господь тем самым ест ее, ощущает ее вкус на слух. Это необходимо подчеркнуть особо, поскольку Кришна абсолютен, слушая, он пробует и вкушает пищу. Только преданный, который принимает Кришну таким, как он, описывает себя сам, без собственных толкований, способен понять, что Верховная Абсолютная Истина может вкушать пищу и наслаждаться ею. На слух просто может съесть эту пищу. Весь вкус. И вкус улучшается всегда, когда он предложен, естественно. Практически он не меняется физически. Но добавляется Кришна. А если к чему-то добавляется Кришна, это становится трансцендентным, блаженным. Любая вещь. Прохлад Махарадж, ему приходилось пить яд от отца, когда он хотел отравить его. Он предлагал Кришне это. Выпивал, как нектар. Такие примеры. Также есть примеры исцеления Чаранамритой. Или прасадом можно исцелиться. Вопрос нашего сознания, конечно же. И веры. В Чайтанья Чаритамрите целая глава посвящена
освященной пищей. Очень сильная глава, очень сильная. Там доказывается, что пища, предложенная Кришне, это сам Кришна. Нет различий с этим. Когда были в Джаганнатхапуре, последний раз, по-моему, с Матхи Мандакини мы принимали прасад каждый день. Прасад Господа Джаганнатха из храма. И как раз читали эту главу Читания Чаритамриты одновременно. Принимали этот прасад и читали главу Читания Чаритамриты. Это было удивительно. Ну, то есть не требовалось никаких доказательств, что прасад Господа Джаганнатха. Ничего больше не добавило, ничего. Так, так все, как там было написано, так все и было. И если мы серьезно отнесемся к приготовлению прасада, распространению прасада, это тоже это целая миссия жизни. Одна из самых важных миссий жизни. Шрила Прабхупада, когда проповедовал вот в Нижнем Нью-Йорке, то философию с трудом понимали преданные, конечно же. А хиппи, которые жили вокруг, тем более они даже не приходили на лекции, многие. Но Прабхупада распространил прасад по всему району, кварталу. То, что преданные вспоминают. Главное их было служение, это распространять прасад. И мы спасли много жизней таким образом людей. Многие жизни мы спасли просто прасадом. Причем круглые сутки люди стучали в двери, полусумасшедшие от наркотиков, и просили: спасите меня, спасите меня, спасите меня. Их усаживали, кормили прасадом, они там засыпали, просыпались, кормили прасадом, приходили в себя и уходили. Мы спасли многих людей. Именно прасадом. Не требует каких-то умственных усилий принимать прасад. Очень могущественное оружие против майи. И Прабхупада еще делал Гулаб Джамуны, конечно же, и назвал их пули искон. Не подозревая, типа, что берете Гулаб Джамун сладкий и наповал, все, Хари Кришна. Незаметно совершенно. Путь к сердцу лежит через желудок. Это работает. В другом месте Прабхупада говорит: сознание Кришны – это кухонная религия. Просто готовьте много-много, предлагайте хорошую пищу, освященную пищу, и распространяйте, пусть люди едят. Я сбежал с работы. Ну как, я отпросился, конечно, с работы суточной. В день 500-летия Господа Читания это было. А я был на сутках. А Господу Читания 500 лет, Гору Пурнима. Я не мог на работе оставаться. Пошел к начальнику и сказал: я ухожу. Что хотите, я ухожу на 2 часа. Ну, иди, все, ладно. Что-то там случилось у тебя, не знаю, иди, без разговоров. Вообще отпустить невозможно было. Это же суточная работа, пожарная охрана. Что с начальником сделать, если вдруг сейчас будет пожар, а меня не будет, скажем. Знаете, что с начальником сделают? Ну, все, что угодно. Но он меня отпустил. На 2 часа, говорит: пожалуйста, только не больше. Я не помню, о чем мы там говорили. Было что-то о Читании Чаритамрите, Господи, Читание, это я плохо помню. Что-то читали в Читании Чаритамрите. Я помню пир. Скатерть на паркетном полу, помню. И там преданные стали приносить все. Особое блюдо. Все старались к этому дню явления Господа Читания что-то сделать необычное. По кухне там были и пури, и самосы, и сладкий рис. Вот это вот морковь в молоке, которую я до сих пор делаю именно с того дня. Иногда я делаю, потому что мне напоминает тот день. Ну, все там было. Рис, дал, самосы, там радхвалабхакачори, там алупатры, такие названия, знаете. Я помню, как мы все это ели в экстазе, смеялись, шутили, читали, пели. 2 часа пролетело. Я пришел через 3 часа на работу. Но что случилось со мной? Я не знал, что так будет. Я увидел этот прасад, от него все светится просто. Я сам светился. Мне чувства светились. А мне преданные меня увидели, говорят: это особая милость Господа Читания. Ты знаешь, этот прасад мы не должны есть сами. Нужно как можно больше готовить в этот день. И чтобы как можно больше людей попробовало его. Это освященная пища особой милости в такие дни, 500-летие Господа Читания. И там что осталось? На скатерти объедков было много. Крошки, объекты от самос, от покор. Ну, вот все такое. Я думаю, надо распространить. У меня не было в голове больше ничего. Просто надо распространить этот свет.
Я совершенно не смотрел на форму уже, я видел суть, как бы так сказать. Я взял пакет какой-то и туда все, от этого все со скатерти собрал, туда и туда. И радостный бегу на работу. Свой караул кормить, значит. Они меня встречают все каким-то как-то странно, молча так смотрят на меня. И начальник тоже так смотрит на меня, все молчат. Я говорю, я не пьяный. Сразу говорю. Я говорю, вот вам принес угощение с праздника. Все посмотрели на пакет, на меня еще раз. Я захожу в комнату, на стол прям к начальнику, на стол пакета, так его разворачиваю. Показываю всем объедки, крошки. Говорю, ешьте! Они изменились с места, смотрят на меня, на этот пакет. Они были перепуганы до смерти. Ну что-то с ним, ну то ли под наркотиком, ну что-то, он безумный. Я взял туда крошку, бросил в рот, говорю, ешьте. И один из них еще раз на меня посмотрел, подошел к пакету, так заглянул, и как-то он, знаете, вот так вот, двумя пальцами что-то там взял, так вот, посмотрел и положил в рот. Когда он почувствовал вкус, взял пригоршню и стал есть. И вот все остальные как будто сорвались после этого момента к этому пакету, просто разодрали его на части, все подмели до крошки вообще. Потом говорю, а что это было? Что это такое? Из чего? Кто готовил? Почему? Мы, говорит, никогда такого не ели. Это был просад Господа Читания. Но я вам скажу, преданные очень серьезно относились к приготовлению. Стандарты чистоты и прочее. Они даже специальную одежду одевали для приготовления. Не готовили в обычной одежде. И, как правило, повар всегда делал омовение перед тем, как пойти на кухню. Полное омовение. В то время такие стандарты у нас были. Было очень серьезное отношение. И, конечно, просад был просто, знаете, ну, очевидно, да? Хорошо, мы прочитали стих, комментарий. Можно дополнять, если хотите. Можно что-то спросить. Если подарок дают с любовью, а вторая сторона не принимает это оскорбление, а какие последствия для того человека, который оскорбил? Смерть мучительная. А потом навечно в ад, конечно же. Это общее же правило, да? Если в деталях разобраться, человек может не понимать, что такое это любовь или не любовь. Он может быть нежестве. Понятно, что такие люди не несут такой ответственности. Мы говорим о преданных. Если старший младшему дает, скажем, просад или подарок, нельзя отказывать. Светский этикет здесь неприменим. Если к вам приходит преданный, младший вас, вам домой, вы сидите за столом и говорите, о, присаживайся, попробуй просад. Он говорит, о, нет, спасибо, я не хочу. Это не вайшнавская культура. Он с радостью сесть и принять хотя бы сколько он может. Это светская культура. О, это вот это ложное, вот это смирение, стеснение такое вот. Просад предназначен для распространения, не только для поедания. Для распространения. Так же, как Бхагавад-гита, для распространения. И, конечно, мы всегда рады, если кто-то приходит, чтобы его угостить просадом. Это еще радостнее, чем самим есть, сидеть за столом. Извиняюсь, дорогие преданные, пожалуйста, поднимайте руки, вот, да, чтобы мы подносили микрофон, потому что те, кто смотрит онлайн-трансляцию, чтобы они слышали ваши вопросы. Спасибо большое. Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны примите, пожалуйста. А вот у меня брат в Лондоне живет, и он занимается крия-йогой и говорит, вот освобождение можно получить через крия-йогу. Как до него правильно довести? И просадом не могу его кормить, как бы, да, он далеко. Пусть попробует через крия-йогу, дай ему время. Пусть попробует. Пусть попробует. А это вообще возможно? Нет. Ну, попробовать должен, да? Но он же верит в это, пусть попробует. Все пути даются Кришне, вот эти все. Ложные пути тоже, потому что мы хотим этого. Он дает Бхагавад-гиту вообще-то. Но раз мы хотим чего-то еще, он дает нам другие пути, какие мы желаем. Но там нет освобождения. Это называется блуждание.
То есть есть, какой-то маршрут конкретный, что мы хотим к Богу вернуться, тогда есть конкретный маршрут. Вот то, что тут написано. Делай вот так. Вот по этому маршруту и придешь к Богу. Все. Но если я не желаю вернуться к Богу, я не принимаю маршрут. Я начну просто гулять по жизни. Туда посмотреть, сюда, йога, такая йога, еще какая-то йога, еще что-то, еще чье-то мнение, все очень интересно. Это блуждание называется. Я никуда не приду. Если вы хотите, скажем, мы в Париже заблудились. С Монмартром пошли какой-то другой дорогой, помню, мы заблудились. Там 5 углов, улицы такие с 5 углами, и где-то мы заблудились. Я от маршрута отклонились. В конце концов стало понятно, что дорогу мы не найдем сами. Адрес нам все-таки успели в карман положить перед уходом на прогулку на эту хозяева. Адрес у нас остался. Но мы даже выговорить не могли это название этой улицы по-французски. Ну, никто нас не понимал. Мы зашли просто в какой-то там магазинчик компьютеров, по-моему. Там сидел человек. И мы ему показали этот адрес. Он в компьютере тоже нашел этот адрес, показал, что мы далеко уже ушли в сторону от этого всего. И тогда что? Вот пойдете так, потом туда, потом сюда, потом там вот такой-то автобус, такой-то номер, все точно, понимаете? И вот вы прибудете вот в то место, куда вам нужно. Если вы хотите вернуться домой, вы, вот этот забытый адрес, точно следуйте этим рекомендациям. Вы не можете что-то придумывать сами. Но если вам дают точную рекомендацию, говорят, вот пройдешь 100 метров, направо повернешь, там переулок, а там автобус вот номер 3, не какой-то другой. Едешь ровно 5 остановок, вот под таким названием выходишь. И опять же, шаг за шагом, точная инструкция. А я говорю, ну знаете, вы какой-то, вы знаете, категоричный столень даете. Вы его не знаете? У вас нет отношений. Куда вы собрались вообще? Вы будете блуждать просто ходить. Вечно будете блуждать в этом мире. С планеты на планету, куда угодно. Бесконечный путь. Пусть попробует крия-йогу. Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. Я вот сегодня утром думала, читала вот Шримад-Бхагаватам разговоры Джада Бхараты и царя Рахкогана. И он там рассказывает, как он стал, как в прошлой жизни, как он стал оленем. Я плохо слышу. Громче, да? Вот так? Ага. Вот он, как стал в прошлой жизни, Джада Бхарата рассказывал царю Рахкогану, как он стал оленем. И я сидела это читала, и у меня такая мысль, что вот мы же обычным людям даем просад, чтобы они не родились животными в следующей жизни. А вот Джада Бхарата, да, царь Бхарата, он родился оленем. Это получается, это его урок, да, ну как бы имеется в виду, что он был чистым преданным, и он пал, ну не пал, а он привязался и стал оленем. Это как бы получается, несмотря на то, что у него такая практика была, он стал животным. А мы вот как бы обычным людям даем просад и говорим, что в следующей жизни животное не родился человек. Ну, как бы вот. Нет, это не автомат на улице с газированной водой. Я помню, как с этой газировкой все сражались. Монету бросает, и там, значит, стакан наливается. Иногда бросает и не наливается. И тогда пш-пш потекло нормально. Кришна — это личность. Это не просто механизм, с которым мы имеем дело. Съел просад, и автоматически ты рождаешься человеком. А где твоя свобода выбора еще должна быть? Еще отношения должны быть. Йог может упасть с вершины вообще йоги. С вершины йоги может упасть в самой низшей форме жизни. Учитывайте отношения. Это не механизм. Материальная природа — это механизм. А Кришна нет, он живой. Он всегда личность, личностный. Поэтому Махараджа Бхарата, несмотря на то, что достиг уже практически освобождения, уровень Бхавы — это практически освобождение,
Он влюбился в оленя. Понимаете слово «влюбился»? Вы думаете, просто так вот, просто гладил и все? Не-не-не-не-не. Пхав означает, что он влюбился полностью. Вот что может случиться с преданным. Любовь, предназначенная для Бога, может обратиться на другой объект с огромной силой. С огромной разрушающей силой, смотрите, в этом случае. Поэтому там Прабхупада в комментарии говорит, что преданные должны быть осторожны. Вы умеете чувствовать любовь, хорошо. Но не забывайте, кто является объектом любви. Кришну мы любим больше всех, сильнее всех. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вот в Коране написано, что нет никого, кроме Аллаха, да? Вот когда с мусульманами общаешься, они всегда оперируют этот, ну, эту цитату, да, так скажем. А в чем замысел Бога, чтобы это было написано в священных писаниях? Ну, для чего? Чтобы сейчас вот все мусульмане, они... Вот, кроме Аллаха никого нет. Если ты там даже йогой занимаешься, то они там столько тебе всего скажут, куда ты дальше пойдешь. А что означает имя Аллах? Всевышний. Всемогущий. Сколько вариантов? Как у Кришны. Ну и в чем противоречие? Я имею в виду вот смысл Кришны. Вот он же просто так ничего не делает. Для чего это в священных писаниях? Потому что это же запутывает их. Почему запутывает? Нет, не запутывает их. Ну потому что они... Они знают, что Аллах Всевышний, где путаница. Но они к другим религиям плохо относятся из-за этого. Это не развитое сознание, это другой вопрос. Но они не запутаны. Это правильно. Всевышний Аллах — это правильное имя. Просто у него есть другие имена. 99, еще 100 есть. Тоже написано. Не раскрытое имя. И думаете, у них там нет йоги? Когда они молятся, тоже правила предписания, как сидеть, куда смотреть. Закрыть глаза нужно, так ведь? Угу. Какую позу принять, как вести себя в мечеть? Это тоже йога, это тоже те же самые правила. Ну а тогда как проповедовать, а сказать, что вы неправильно понимаете, так же не скажешь? Просто говорю, Бог один. Пусть поймут вот это выражение, Бог один. Это первая заповедь Библии. С чего начинается вообще понимание между людьми? Бог один. Пока они этого не поймут, мы не можем с ними дальше говорить, какие-то знания давать. Бог один. Именно разный Бог один. Эквивалент Аллах означает Дева-Дева, например, на санскрите. Эквивалент тот же самый. К нам приходил один мусульманин однажды вот просто поговорить, ну так, по-доброму, но поспорить с нами, отстоять как бы ислам. Мы же кришнаиты. Он пришел к нам, послушал киртан, лекцию прослушал, все, он очень культурный человек. Потом стал говорить, но ведь у Бога нет лица, там, например, там, говорится, нельзя изображать, да вы изображаете. Потом у вашего Бога кто там, окружение, мать есть, но... Нет равных, нет сотоварищей, нет никого выше него. И он приводил аргументы, которые он понимал. Тогда я спросил его, а кто такой Кришна? Кришна говорит, это обычный человек, исторически приходил, просто обычный человек. Я ему сказал, что да, я понимаю, что есть человек с именем Кришна, но к кому это имя относится изначально? Значение имени изначально какое Кришна? Он не знал. Я ему сказал, все привлекающие. Кто это? Он подумал, вот такой простой искренний человек. И сказал, Аллах, что ли? Сам сказал это. Аллах, что ли? Все привлекающие. Я впервые такое имя слышал, но подумал немножко. Ну а кому еще можно отнести его? Только к Аллаху. Мы на Вадипе шутили с детьми мусульманами. Они бегали со мной, мы же иностранцы.
И все кришнаиты, они за нами бегают и смотрят. Харе Кришна все повторяет. Мы говорим, Харе Кришна, скажи. Молчит. Скажи Харе Кришна. Аллах Акбар. Мы говорим, скажи, Аллах Кришна. Они ха-ха-ха-ха. Веселились так. Они там с вайшнавами хорошо как бы дружат. Они всегда жили в мире до англичан, мусульмане, индусы. И никогда пророк и его последователи не разрушали религию, христианскую религию не разрушали. И индусскую религию тоже не разрушали изначально. Они захватывали страны, где была эксплуатация. Богатые и бедные эксплуатировали, и рабство было. Вот это они сражались с этими странами и убивали этих царей. И там установили ислам, либо, если там были христианские храмы, они рядом строили мечети, не разрушая никаких храмов. Это был изначальный ислам. Абу-Бакр был первый халиф, а второй был... А потом Умар был. Вот этот Умар, он спал на голой земле, возглавлявший всю эту культуру и религию того времени. И когда пытались соседские цари разобраться, в чем же сила этого ислама, почему люди все идут туда и пришли к нему, увидели, что этот халиф лежит на земле, спит, они тогда поняли, в чем дело. Тут все равны. Тут познали дух люди, на самом деле. А там они перекрывают все религии, но не эксплуатируют людей. Это история ислама. Изучай ислам. Когда ты с ним будешь разговаривать, они должны больше знать ислам, чем они. Дело в том, что люди сегодня ограниченные знания имеют. Даже называя себя христианами или мусульманами, они не понимают науку духовную. Даже своих писаний толком не знают. Можно, Гуру Махарадж? Спасибо вам большое за лекцию. У меня два вопроса. Один вопрос по просаду. Насколько важно то умонастроение, с которым готовится просад? Или вот важнее тот момент, когда мы предлагаем на алтаре? Все важно, все важно. Весь процесс важен. Почему? То есть даже начинающий преданный, который еще не имеет такого вот глубокого сознания Кришны, готовя просад... Начинающий преданный имеет все необходимое для служения уже. Кришна наделяет его авансом. Вы же знаете это. Каждый получал аванс. Почему аванс заканчивается, спрашивают. Работать надо, дорогие. А как аванс заканчивается? Привыкли на авансах. А? Кто работать будет? И второй вопрос. Вы упомянули стих во время лекции, где Кришна говорит, что не было такого времени, когда не существовали я, ты и эти цари. И в будущем мы продолжим существовать. И у меня этот вопрос уже давно, наверное, с самого начала сознания Кришны, почему-то я только сейчас созрела его задать. Почему все-таки Кришна не выбрал Арджуну рассказать ему первую Бхагавадгиту? То есть он поведал ее Богу Солнца, и потом только Арджуне. Если даже он там, какие-то у него были планы, то почему тогда второй раз выбрал Арджуну, а не опять перед, не поведал Богу Солнца? Он всегда выбирает. Даже когда он рассказывает ее Васвану, Арджуна где-то был там недалеко. Он слышал? Они были вместе, да. Но он всегда Арджуне рассказывает Бхагавад-гиту. Это их сокровенные отношения. Харе Кришна, Гуру Махарадж, огромная благодарность за лекцию. Такой вопрос. Я вот замечаю, что преданные и даже старшие преданные в разных местах, воспевая Махамантру на харинамах, на киртанах, очень часто вместо Рама поют Рамо. И более того, это я даже заметил, что зависит от киртании, вот
тот, кто поет Рама, все повторяют Рама, а потом, кто произносит Рамо, автоматически все переключаются на, насколько я понимаю, неправильное произношение. Не могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать? Если бы только это. А Рамо — это нормально еще. Вы не были в Одессе, нет? Там язык Ория называется. Ой, я не смогу повторить, как они мантру повторяют. Как Шрила Прабхупада остановил Харинаму из-за этого однажды. Да-да-да, ну, когда сильно искажают, да. Рама. Рама. Но есть бенгальцы, они на О вытягиваются, на О. А в других регионах акают. Так, окают, акают. Москвичи акают, допустим. Потом северяне, Петербург окает. Окает, по-моему, да. Так уж, такой диалект. Вот. Да, не принципиально, но если вы нормально можете произнести, то произнесите нормально. Если не можете, если вы южанин там или северянин, ну что с вами поделать? Пока так повторяйте. Ори, они повторяют не Кришна, а Крюшна. Ой, Боже мой, мы и плакали, и смеялись на киртане. Что они говорят, Крюшна? Почему Крюшна? Боже мой, мы не знали, куда деваться от этого киртана. Хари Крюшна и все. Где-то, говорит, Кришта. Не Кришна, Кришта. Христос отсюда идет. То есть в разных регионах немножко по-разному. А что ж, в Китае творится? У них там буквы «Р» нет вообще. Лама-лама. Хали-хали. Повторяют. Они даже букву «Г» не выговорят. «Ган» говорят. «Ганга». «Ганга». Что за «Ганга»? Спрашивают меня китайцы. Ко мне подошли и говорят, где «Ганга»? Спрашивают. «Ганга». Я говорю, «Ганга». «Ганга, ганга, ганга». Я говорю, туда, туда. Ну, так они, но они не могут. Конечно, если вот настроиться, они «г» сказать или «р», они скажут «р». Но в речи им очень сложно. Во Франции были? Буква «р» невыносимая совершенно. Если вы никогда это не произносили. Я так и не смог «монмантр» сказать нормально. Если я говорю «монмантр», француз не поймет меня. Вот вы поймете, «монмантр» — это такое место есть. Француз не поймет, не так произнесет. Ну, а американцы — «Харе Кришна». «Ора». Ну, у них такой аппарат, ну что, они с детства так привычены говорить. Над нами тоже смеялись над русскоязычным воспроизведением американцы. «Кришна». Вы все так говорите, «Кришна». Помню, один махарадж сказал, ну, нельзя так говорить. «Кришна» нужно говорить. «Кришна». Правильно, точно по санскриту. «Кришна», короткое. «Кришна». «Кришна». «Кришна», говорит. Итак, они нас не переносят, мы их не переносим. Что теперь делать? Поем все равно как-то. Терпим друг друга. Если вы нарочно искажаете, понятно, что это нехорошо. Но если вы по-другому пока не можете говорить, Кришна будет слышать. Благодарю вас, Гуру Махарадж. Хотел по поводу просто ислама дополнить. Я как бы из ислама перешел в кришнаизм, получается, стал преданным, а духовный путь начал с мусульманства. И хотел просто дополнить вот Сангхити Матаджи, что многие мусульмане не до конца изучают ислам. Есть как бы доказательства тому, что нужно не только Коран читать, а еще хадисы, потому что ислам состоит не только из Корана, но и из хадисов тоже весь шариат. И здесь, получается, пророк Мухаммад сам говорил, вот, один из хадисов его: «Из всех людей в мире дольнем и в мире вечном я наиболее близок к Иисусу».
сыну Марьям, пророки – братья от одного отца и разных жен. Матери у них разные, а религия одна. То есть он нес одну религию, все пророки несли одну религию, но по-разному. То есть это нужно как бы... Это из хадисов, да? Да. Благодарю. Ты ссылку потом дай всем мусульманам нашим. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот еще вот этот вопрос вы хорошо затронули по поводу принципа дадати, да? Вот. А Рупа Госвами, Санатана Госвами, да, не случайно дает дарить дары, принимает дары, да, это все является служением. Но у нас как-то принято, я так понимаю, что мы считаем, что если я дарю, вот это мое служение, а тот, значит, принимает, как бы он как в таком положении, ну, зависимого, то есть теперь он должен отдать. Вот такое больше понимание. Хотя, по сути дела, это равнозначные вещи, да. То есть если я принимаю правильно, это тоже мое служение, да. Вот, то есть, и вот здесь может быть по разным, ну, в ашрамах разных, более, ну, как сказать, разные обязанности, кто принимает, кто дает какие-то вещи. Вот, то есть это однозначные, да? То есть можно служить, не чувствуя, что ты почему, должен... Почему мы принимаем, как ты верно сказал, что это служение? Почему? Принимая что-то духовное, мы вдохновляемся к служению именно, поэтому принимаем. Мы принимаем милость духовного учителя, принимаем милость Махамантры. Мы принимаем для служения. Это дает нам энтузиазм служить Кришне. Не для накопления, а для служения. Если с позиции накопления рассматривать, тогда неудобно брать. Как бы я у вас что-то забираю, у вас меньше, как-то мне неудобно, спасибо, мне не нужно, у меня все есть. Это светский этикет, накопительство. Поэтому мне неудобно принимать. А здесь мы принимаем, потому что нам это помогает служить. Мы лучше служить будем таким образом. Но это принятие тоже можно назвать служением, да? Да, это служение. Это же тоже для служения. Для служения это делается. Не для накопления, для служения. Это служение. Принимаем просад, это же служение. Это дает силу для преданного служения. Это служение. Хари Кришна Махарадж, спасибо за лекцию. Вы как-то на одной из лекций, ну, в интернете сказали: преданные, обратите внимание на продукты питания. Ну, попросили. Как бы вам сказать? Я обратил внимание. Многие вещи стал сам делать. Как бы сказать? Я считаю, что некоторые вещи, как бы, есть лучше не стоит. Лучше самому делать. Типа специи самому делать. Ну, вот недавно сделал из такого куска, засушил имбирь, получилось вот столько. То есть нас дурят конкретно. То есть, когда покупаешь молотые, с вероятностью 50 плюс в суррогат идет. Абсолютный причем. Причем могут, знаете, не просто там химия какая-то, а типа желатин подкрашенный, то есть животные компоненты быть. Откровенно. Еще так бы насчет промышленного сахара. В основном два вида промышленного сахара идет. Тростниковый и свекольный. Тростниковый сахар в основном обрабатывается, очищается. Стоят фильтры в среднем 30 тонн, 30 тысяч килограмм из говяжьих костей. Как бы вот. Ну мы как можем сделать? Потому что альтернатива как бы свекольный сахар. Потому что там нет говяжьих костей. Он обрабатывается другим способом. Ну, у нас по Казахстану 4 завода. Один чисто по тростнику работает, 2 смешанные циклы и один бурундайский. Он по одному циклу работает. Вот если всем договориться, как бы, у них потому что минимальная партия 5 тонн. То есть можно у них мешки взять и как бы точно не будем участвовать в 30 тоннах говяжьих костей. Ну и этому, правда, есть альтернатива, потому что он не очень хороший, там одна химия. В других странах поискать, есть сахар
такой, который не очищается. То есть уваривается и все. Да, вот там бы. Много, там бывает много обмана. Я как-то был вот в Армении на рынке, купил перец красный, молотый. Там такие горки перцы продают. Принес, вот стал готовить. Он не острый, не горький вообще. Я местному преданному говорю, а почему перец-то не горький? Говорит, они туда кирпич, говорит, добавляют. Я говорю, как кирпич? Ну, говорит, перемолотый кирпич для веса, говорит, смешивают. Поэтому он не острый. Там кирпича много больше, чем перца. Но по весу зато выгодно. Это торговля. Насчет того, что вы насчет кирпича сказали, я так думал, это вранье. Смотрю федеральный канал российский, по-моему, РТ, что-то такое, короче. Они показывают про специи молотые. Там не просто кирпич добавляют. Там, оказывается, допустим, вот черный перец молотый. Почему я говорю, что нам самим надо как бы делать? Хочу организовать, что ли, чтобы... И назвать продуктами первой необходимости. Потому что, допустим, в черный перец, когда перемалывают, там спокойно говорят. Мало того, что там не кирпич, а что какая-нибудь краска. Там это шерсть мышей, каловые массы мышей. Ну, такие, я думаю, прекрасные ингредиенты для придания предложения Кришны. Каловые массы мышей. Думаю, не очень хорошо. Меня спрашивал один браман в Индии. Как вам тебе чаванпраш? Ты говоришь, пил чаванпраш? Я говорю, ну, ел, да. Сейчас я. Ну и что ты там чувствовал, как энергию там? Я говорю, не, ничего не чувствовал. Знаешь почему? Туда, говорит, добавляют сладкую картошку. И продают. Это, говорит, не настоящий чаванпраш. Так что ты прав. Надо, да, вот свои производства организовывать. Хорошо, спасибо. Это хороший момент, практичный, то, что важно. Гуру Махарадж, я хотела добавить касательно ислама. Слышно? Да. Что вот говорится, нет Бога, кроме Бога. Ля иляха илля-ла. То здесь имеется в виду об единстве, что Бог един. На самом деле, если это все человеческий фактор, если есть какой-то конфликт. А если изучать ислам и вглубь, то там очень много есть ссылок. Там Муса алейхиссалям, то есть Моисей, мир ему. Иса алейхиссалям, Иисус, мир ему. Там обязательно почтение всем пророкам. И там как раз-таки об единстве. Я даже сама, когда изучала арабский язык, одна моя сокурсница принесла махамантру. Я тогда там такое услышала. Махамантру. И говорит, давай будем вместе читать 108 раз. И будем счастливы. То есть на самом деле, те, кто истинно понимает ислам, они очень миролюбивы к духовному пути. Вот я об этом хотела сказать. А конфликт — это человеческий фактор. Спасибо. Очень хорошо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. А ваша ученица из Москвы просила задать вопрос, что если есть склонность открывать сердце Кришне как лучшему другу, обращаться перед алтарем или в письмах, раскрывая даже негативные чувства и мысли, это будет не оскорбительно по отношению к Кришне? И будет ли это на самом деле обращением к Господу, а не выдуманной вещью? Это вопрос искренности. Все, что угодно может быть спонтанно, да, обращение к Богу, если оно искренне, то это правильно. Если даже по форме не очень, может быть, соответствует Писаниям, каким-то рекомендациям, но искренне это делается, он принимает, это его право. Он не обязан следовать тем правильным предписаниям, но если, говорит, с любовью и преданностью, искренне, он принимает. Видите, он об обрядах даже не говорит ничего. Как? В какой форме предложить? Да? С колокольчиком, без колокольчика, на каком подносе? Это уже детали, которые даются панчаратрике. Но здесь он даже об этом не говорит. Просто с любовью и преданностью, и все. И все. Я приму это. Если даже ты не знаешь всех тонкостей этих обрядовых действий. Если нет любви, тогда важны именно вот эти детали обрядовых действий. Нужно знать эти правила, которые могут помочь нам вот настроиться на поклонение. Но если есть любовь, то даже это уже становится неважно. Харе Кришна, спасибо большое. А еще вот один вопрос у меня такой.
Вот если мы с любовью в чистой, ну, то есть в чистой одежде, там, со всеми, ну, возможными стандартами готовим шарики на Харинаму, то, ну, то есть в правильном настроении, погружая там, ну, свои мысли в катху, то вот люди, которые получают вот эти шарики на улицах, ну, это же миссия Господа Чайтани. Ну, они же получают шанс, правильно? Ведь, ну, вот вы сегодня просто сказали, что Кришна — личность, и, ну, как бы от него зависит. Вот, но если преданные идут с Харинамой и воспевают святые имена, они фактически просят, ну, то есть, во-первых, они следуют миссии, а во-вторых, они просят Господа, чтобы вот он распространил, ну, то есть, они являются инструментом распространения миссии Господа Чайтани. В таком случае, это же, ну, Кришна же, наверное, как-то должен раскрыть в своих сердцах тех, кто шарики-то эти получает. Ну, конечно. Да? Сомневаешься в этом? Нет, я хотела убедиться. Спасибо большое. Мы уже миллион раз убеждались в этом. Чудеса происходят, когда распространение прасад. Да, Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вот вопрос, вот Матадж задавала про привязанность, да, к колени. Вот, вот вы сказали, что если какая-то привязанность у человека, то огромная разрушающая сила. Почему так возникает такая? И она огромная и разрушающая. Если мы любим с материальной привязанностью, развивается сильное чувство собственности, порабощается объект. Это допускается только между мужем и женой и вот родственниками, но не больше. Если это расширяется до размеров, скажем, общины, страны, нации, национализма, это очень опасно. Вражда ужасная будет. Если мы любим вот с такой материальной привязанностью. Именно. Это Кришна сказал на Курукшетре, где было жертвоприношение Васудевы, не на битве. Он говорил мудрецам, в одной шлоке он выразил все смысл ведических писаний. Одна шлока есть такая. Если человек себя отождествляет с телом из трех составляющих желчи, слизи и воздуха, если поклоняется месту, где он родился, если побочные продукты тела считают своими родственниками, так говорит Кришна, то он подобен ослу или корове. Насколько это опасно. И пример Бхагавадгиты именно об этом, что вся война, это вот случилась ужасная война, кровопролитная война, братоубийственная война, только потому, что у Тридарашты были пристрастия к собственному сыну, а не к истине. Только по этой причине. Это очень опасно. Любовь в материальном мире — это сильнейшее чувство собственности. Вот что происходит. Поэтому регулируется писаниями, как должен жить грехастха, чтобы не стать вот таким жадным собственником, и чтобы не стать вот этим как семейственные эти вот, как называется, привязанности развивать, да? Принимать гостей, совершать жертвоприношения, все это должно вот нейтрализовываться таким путем. Это опасно. Все грехометхи, семейные люди, это грехометхи обычные, они завидуют друг другу, у них нет любви. Между семьями нет правильных отношений, они завидуют. У кого какая мебель в квартире, у кого какая машина, у кого какая жена, какие дети – а у нас то-то, а у них то-то, а у нас то-то, а у них то-то. Давай у нас тоже, чтобы было так, лучше, чем у них. Это ужасная культура, отвратительная. Они не радуются успехам других. Зависть. Это ужасная культура. Если Бог один, то мы все одна семья. Вот о чем речь идет. А так, мои дети, ваши дети... Ваши дети меня не касаются и так далее. Я был в 72-м году в Алма-Ате. И старики на улице учили всех детей. Без разбора. Если кто-то жил неправильно, никто мимо не проходил. Иди сюда. И все дети подходили. И слушали. И он говорил, где ты, что ты делаешь, почему так себя ведешь.
Так нельзя делать, понимаешь? Все, иди. Вот она, вот это правильная культура. А это не мой ребенок, пусть делает, что хочет. Но это одно общество. Ребенок-то ваш, а общество-то одно. Мы в одной среде живем. И ваш ребенок потом станет бандитом, и это будет опасно для меня. Вот что происходит. Поэтому вот эта ловушка Майя говорит, что мы привязаны именно к своим только родственникам, а других людей уже не считаем близкими людьми и важными. Для этого нужно сознание Кришны. Мы духовные существа. Ачюта-готра, семья Бога. У меня тоже вопрос. Мы сейчас заговорили про детей и прям прочитали то, что у меня в уме. Вот вы встречаетесь с подростками. Огромнейшая вам благодарность. У меня дочь возвращается после этих встреч. Она очень наполненная. Я хотела спросить у вас, вот судя по тем вопросам, которые они вам задают, и то, что вы на тонком плане там видите, скажите, пожалуйста, какие бы вы дали советы родителям этих детей и других, что делать лучше, что в принципе делать, чтобы они были счастливы? Чтобы дети были счастливы, нужно с ними жить. Не просто пребывать в одной квартире время от времени. Нужно жить одной жизнью. Вот что такое семья. Моя дочь писала мне стихи о моем служении. Она понимала, чем я занимаюсь, а я знал, что она делает. У нас было о чем поговорить. Мы были всегда друзьями. Она была абсолютно равным членом семьи всегда. И мы всегда жили одной жизнью. Вместе творили, вместе все обсуждали. Вместе духовно развивались. Живите одной жизнью. Касательно вопросов детей, да, и вообще поколения. Шилпрапада часто в лекциях слышу я, он говорит по поводу того, что каждым поколением люди будут все слабее и слабее. А относится ли это к преданным? Ну, поколениям преданных, детей преданных? Физически, да. Атмосфера такая. Но если у нас, как вот было сказано, будет свои производства, свои продукты, это очень сильно поможет нам быть здоровее. Получается, он говорит именно физически слабее. Ну, не, конечно, не память раз... слабее. Это иммунная система, физическое здоровье. Ну, память. Вот это вот такие факторы. Психофизические факторы имеются в виду. Духовно нет. Духовно мы должны стать сильнее. Всегда. Будем сильнее развиваться. Что касается нашего существования в материальном мире, оно будет ослабевать. Атмосфера нечистая вокруг. Болеть будут, да? Болеть будут уже, помоложе будут болеть уже, да? Как бы не как, допустим, наши родители. Мы видим, что сегодняшние преданные, ну вот, современные люди, которые становятся преданными, да, молодые, они более уязвимы, более слабые к наставлениям. Даже страшно давать им наставления. Они могут обидеться на всю жизнь потом. То есть в таком случае тяжелые становятся. Не говоря уже о западных людях, где вообще невозможно даже спросить, в кого ты веришь вообще, это уже как оскорбление будет. Мы в Швеции, нас человек посадил в машину там, подвезти, очень хороший, денег не попросил, там местный житель. Мы разговаривали, как могли там на английском языке. Он говорит, а, я знаю, ваши книги у меня есть, Хари Кришна. Он так радовался тоже, и мы радовались. И мой друг спросил, а ты принципы регулируешь, соблюдаешь? И все на этом, блок полный. Это было просто оскорбление. Обычно нормальный вопрос. Ну, в нашей среде мы можем спросить, так ты какие принципы соблюдаешь сейчас, какие не соблюдаешь? Он скажет, что такие еще не соблюдаю, это соблюдаю. Но там, если ты вмешиваешься в мою личную жизнь вот таким образом, то есть это вот современная жизнь. Обидчивые люди очень. Гордые. Более тонкая гордость у них.
Прабхупада говорил, когда ему говорили, ваши ученики некоторые 16 кругов не повторяют сейчас. Прабхупада говорит, они животные. Это животные, говорит. Все, вот так все, все было понятно и ясно. Никаких обид. О, так это животное? Нет, я не буду животным, я буду повторять 16 кругов. Не так, о, меня назвали животным, я ухожу отсюда. Гордое животное такое, знаете. Как будто после этого это не животное. Еще большее животное. Я кормил лебедя на лодке. Мы там остановились, там в зарослях кувшинок. Там пара лебедей жила. Прилетела. Мы взяли с собой специально хлеб. Я стал бросать, он стал подплыл близко совсем. Вот так вот. Я вот такие кусочки отрывал и бросал ему. Он спокойно с воды ел. Одним кусочком попал в него. Он обиделся. Так отвернулся вообще. Так на меня посмотрел вообще. Я ему бросал, не ест. Я говорю, ну извини, но нечаянно. Ну ладно, он сказал, снова стоит. У них тоже это есть. У них тоже это есть. У птиц это есть. У животных это есть. Мы должны чем-то отличаться от них. Хари Кришна. У меня вчера после киртана возник вопрос. Вы говорили после киртана о том, что святое имя – это васту. То есть это то, что существует само по себе, независимо ни от чего. И святое имя – это сам Кришна. Он не отличен от своего святого имени. Но как так получается? У нас же есть опыт, что эффект от киртана, он зависит от того, кто ведет киртан. Зависит от того, кто вместе с ним поет киртан, в каком настроении, в ком, угу. каких обстоятельствах. Как угу. получается так, что независимое святое имя по факту вот у нас внутри зависит как-то от этих вещей? Да. В какой степени человек предается, в такой степени награждается. Так Кришна говорит Бхагавад-гите. Вот в какой степени предается, в такой степени вознаграждается. Поэтому зависит от ведущего его сознания Кришны. Насколько он предается в киртане, настолько Кришна проявляется. Поэтому мы хотим, чтобы вел киртан наиболее продвинутый преданный. Если старший вайшнав приходит, мы уступаем ему место, потому что через него Кришна проявится больше. Справедливо, беспристрастно. Но... Сознание Кришны – это осознанность. Это моя осознанность. Мое сознание Кришны должно быть. А Кришна проявляется в соответствии с моим осознанностью, желанием. И немножко больше милости. Неожиданно. Он ценит наши усилия, если даже мы не осознаем, но пытаемся больше и лучше это делать. Он это оценит. Он всегда больше ответит, чем мы. Чем мы совершаем усилия, он больше это сделает. А то, что мы произносим, это по-настоящему святое имя или нет? Ну, в том смысле, что вот Аджамила, он произнес имя Нараяны. А он же имел в виду своего сына. И тем не менее к нему пришли вишнудуты, освободили его и так далее. Вот, но... Рама – это, допустим, может быть, оконная рама. Слово совпадает, но даже это очищает. Сама вибрация звука очищает. И, конечно, если даже неосознанное святое имя очищает, то что говорить об осознанном святом имени? В какой степени? Рама. Я помню, в школе нас учили, мама была Раму. Я до сих пор помню Раму. Раму не мог понять. О чем речь идет, не мог понять. Это слово «Рама» почему-то меня запомнилось. Потому что слово «Рама» — это имя Бога. И оно означает радость. Если вспоминаете Господа Раму, вы чувствуете радость в сердце. Глубокую радость. Хари Кришна. А скажите, пожалуйста, вот по поводу распространения прасада, это зависит от ума настроения, с которым ты его распространяешь? Потому что иногда, вот как вы описали, когда вы с таким энтузиазмом даже в такой форме его распространяли, то люди на это отреагировали соответственно. А иногда бывает, что реагируют совершенно по-другому. От чего это?
Не важно. Важно, что у тебя есть служение, сознание Кришны. Остальное по-разному может произойти. Будь просто внимательна. Кришна — верховный духовный учитель. Он всегда нас чему-то учит. Правильно мы что-то делаем или не очень правильно, он всегда нас чему-то еще большему научит. Если даже все правильно делать, и бывает, что ну, нет экстаза. Замечали это, да? Все правильно сделал, но пусто на сердце. Но бывает, думаешь, ну кто я такой, вообще не преданный, то что я тут делаю? Все как-то странно, и вдруг чувствуете Кришну. Тут как тут. Он решает, он независим, вас тут. Но он это делает как верховный духовный учитель. Мы не знаем, как он нас освобождает. Это нам недоступно для понимания. Если я в яму чуть не свалился глубокий, держался за край. Брат мой кричал и плакал, потому что я мог разбиться. Он меня тащил за руки, но не мог вытащить. Он бежал кого-то искать, и никого не было на стройке. Я висел долгое время, и в конце концов нашел какого-то мужчину. И плачущий брат тащил за руку какого-то мужчину и показывал на меня. Тот просто подошел, на руку взял, меня вытащил и выбросился. Как он это сделал? Никто не мог, взрослый может. Кришна все может. Как спастись от этого гнева Индры? Никто не знал. Град вот с величиной с голову падал. Погибали, деревья ломались, там все такое. Животные страдали, люди. Во Вриндаване. Молнии там, вода была как трубы, да, вот потоки воды. Стволы деревьев. Все смывало, все затапливало. Холод был страшный, тучи покрыли все, тьма была как ночью. Но что делать? Ни выхода никакого нет. Кришна стоял, просто взял Гавартан, поднял, говорит, идите сюда, все под него. Мы не знаем, как он это делает. Но это описывается, он делает все, что угодно. У него нет проблем. У нас столько кармы, столько долгов. Да мы не расплатимся за вечность, наверное, за то, что мы натворили. Но он просто нас забирает и все. А как же законы Вселенной? Не нарушая законы Вселенной при этом. Он все может. Царь может сделать так, Прабхупада говорит, он может спуститься в тюрьму и освободить любого, кого считает искренним, исправившимся человеком. Может сказать, его отпустить и все. Никакой кармы. Но это же Кришна. Но в какой степени я его осознаю? Если вы верите, что он может поднять холм Гавардхан, тогда ваше сознание развито. Если вы в этом сомневаетесь или считаете просто ну, историей интересной, это другое. Если вообще это отрицаете, это третье. Но если у вас именно такая вера, и тогда вы что, вы слышите, ну типа восхищаетесь, Кришна поднял холм Гавардхан, чтобы защитить своих преданных. Как удивительно это. У вас даже тени сомнений нет. Это сознание Кришны. Считайте, что вы под полной защитой. Что над вами всегда холм Гавардхан. Вы даже можете видеть его, если есть вера. Он всегда защищает преданных и раньше. Хари Кришна, спасибо большое. У нас истекло время, которое было отведено под вопросы. Спасибо большое, Ваша милость Читани Чандрачаран Прабху. Спасибо большое за лекцию. Преданные, спасибо за ваши вопросы. Теперь мы переходим к еще одной сладкой части нашей программы, к Пушпа-Абхишеке. Пожалуйста, дорогие преданные, матаджи у нас вот здесь выстраиваются, Прабху там. Начнет первое читание Чандра Чаран Прабху и матушка Гаури Чандри. Давайте я немного попою, а потом. А вы начинаете. Я немного попою. Дорогие преданные, в центре давайте освободим место. Здесь будет у нас проходить вся церемония. Спасибо.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Кришна, Кришна. Thank you.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Рама,